Зубабу. Ага. Ух ты! Куда ты так спешишь? Попробуй угадай. Исследовать космос? О, нет. Я предпочитаю исследовать морское дно. Ага, так-то лучше. Эй, ты уже уплываешь? Да, я отправляюсь на охоту. Охоту за сокровищами? Нет-нет, охоту на каракатиц. А что это у тебя на спине? Веер? Конечно, нет. Это мой спинной плавник. Ты заманиваешь им каракатиц? Нет, я рассекаю им воды океана. Ой, у тебя шпага вместо носа. Именно так. Я подводный мушкетер. Я знаменит. Смотри. Защищайся, каракатица. Постой. У тебя блестящая кожа, изогнутый хвост, спинной плавник веером и клинок вместо носа. Я знаю, кто ты. Ты рыба, меч. Правильно. И как ты догадалась? Ой, ой. Что ты делаешь? Угадай. Ты летишь на воздушном шаре? Я так не могу, я лишь маленькая рыбка. А, ты золотая рыбка. О, не только золотая. Я могу менять цвет, как хочу. Ух ты, красиво. О, благодарю. Но знаешь, у меня сегодня очень важная встреча. И я не знаю, какой цвет надеть. Какой у тебя хвост? Тебе нравится? Надеюсь, ей тоже понравится. Когда приплывет, я выдую для нее пузырек в форме сердца. Ты умеешь выдувать пузыри? О, да. Мой рот как раз нужной формы. А когда у нас появятся яйца, я, как отец, буду носить их у себя в животе. Немногие папы это делают. Кажется, твоя возлюбленная уже здесь. Похоже, вы друг другу нравитесь. И знаете, вы похожи на маленьких лошадок. Подожди-ка, ты можешь менять цвет? У тебя есть плавники и длинный хвост? Мне кажется, я знаю, кто ты. Ты морской конек. Правильно. И как ты догадалась? Что ты делаешь? Попробуй угадай. Занимаешься бегом в мешках? Нет. Прыжками на животе. Как быстро у тебя получается. Ты не ушибся? Нет, я в порядке. У меня специальная защита. Защита? Ну, не такая. Моя кожа, она как матрас. Видишь? Надеюсь, ты умеешь плавать. Как русалка. У русалок нет усов. Не повезло им. Будь у них усы, могли бы ловить мидий, как я. Какие же они вкусные. Ого, оказывается, бивни – вещь полезная. Я объелся, пора вздремнуть. Погоди-ка. Ты живешь в холодных морях, у тебя толстая кожа, усы и два огромных бивня. Я знаю, кто ты. Ты морж. Правильно. И как ты догадалась? Наконец-то я добрался.
Докуда? Попробуй угадай. До дома? Нет, я добрался до оазиса. А, ты верблюд. Я гораздо меньше верблюда. Здесь ужасно жарко, правда? Мой панцирь защищает меня от солнечных лучей. Но мне больше по нраву ночь. Нужно найти место, где вздремнуть. Почему ты не спишь в шатре? Я бы с удовольствием, но мне там не будут рады. Почему? Ты храпишь? Нет, просто все боятся моего ядовитого хвоста. А, подожди-ка, я сейчас вернусь. Ой, а зачем тебе тапочка? В ней можно как следует поспать. Здесь воняет, придется искать другое место. Подожди, у тебя 8 ног, 2 клешни и ядовитое жало на хвосте. Я знаю, кто ты. Ты скорпион. Правильно. И как ты догадалась? Эй, уже поздно, почему ты еще не спишь? Попробуй угадай. Хочешь попить воды на ночь? Воды? Нет. Я не сплю, потому что не хочу спать. А что ты делаешь, когда не спится? Я хожу по дому. Ты что, летучая мышь? У меня лапки посимпатичнее, чем у летучей мыши. Я люблю драть ими ковер. И этим ты занимаешься всю ночь? Нет, конечно. Еще я люблю гоняться за своим хвостом. Осторожно, еще разобьешь что-нибудь. Да, ты права. Не стоит шуметь, а то всех мышей распугаю. Это ты натворил? Я? Нет, это все мыши. Мыши слишком маленькие для такого. Ну ладно, прости. Может, обнимемся? Подожди-ка, у тебя 4 лапы, хвост, острые ушки и длинные усы. Я знаю, кто ты. Ты кот. Правильно. И как ты догадалась? Что ты ищешь? Попробуй угадай. Ты ищешь свою маму? Нет, я ищу лес. Нет, это не мой лес. Мой лес растет в горах Китая. Да, теперь я дома. Странно, в твоем лесу все деревья выглядят одинаково. Это бамбук. Я люблю забираться на них и раскачиваться. Я весь день их ломаю. Ты ломаешь их, чтобы построить дом? Нет, они очень вкусные. Приятного аппетита. Я ем весь день, а потом ищу, где поспать. Ты что, до сих пор носишь подгузники? Нет, это мой мех. Правда. Он черный везде, кроме живота, спины, хвоста и моей большой головы. Подожди, не засыпай. У тебя черные лапы, белый хвост, черные уши, черная маска, и ты из Китая. Я знаю, кто ты. Ты панда. Правильно. И как ты догадалась? Вкуснятина. Что ты делаешь? Попробуй угадай. Катаешься на доске? Нет. Я летаю от цветка к цветку. Как странно ты летаешь. О, ты еще ничего не видела. Вперед, назад, туда-сюда. Я могу даже зависнуть на месте. Ты что, вертолет?
Нет. У меня не пропеллер. У меня крылья. Ну и где же они? Я машу ими так быстро, что их не видно. Никогда не видела такой маленькой птички. Я самая маленькая птичка на свете. Правда? Да. И самая голодная. И самая талантливая. Смотри, как я ловко сосу нектар. Ой, что случилось? У меня началась икота. Подожди, ты маленькая разноцветная птичка с быстрыми крыльями и длинным клювом. И ты можешь зависать на месте, я поняла. Ты колибри. Правильно, и как ты догадалась? Стоп! Ого, мухи сразу тебя послушались. Ну, конечно, когда я говорю, меня все слушаются. Ну почему? А ты угадай. Это потому, что у тебя громкий голос? Мухи, стройся! Смирно! Нет? Потому что ты дрессировщик? И прыжок! И снова нет! Потому что ты самый сильный? Что ж, я и вправду самый сильный зверь. Хочу тень! Хочу еды! Хочу лапы! У тебя маленькие лапки, совсем как у котенка. Кис-кис-кис. Вообще-то мои лапы намного длиннее. Ну как, все еще похож на маленького котенка? Нет, ты не котенок. Еще я весь покрыт шерстью. Ух ты, шерсть золотистая, как саванна. И это еще не все. Погляди, какая у меня грива. Вокруг головы совсем как корона. О, ты похож на аристократа. Поэтому меня и называют царем зверей. Погоди-ка, ты зверь с золотистой шерстью, хвостом, похожим на хлыст, длинными зубами и лапами и гривой вокруг головы. Я знаю, кто ты. Ты лев. Правильно, как ты догадалась?